Всем привет! Делаю обзорчик на кемпинговый вентилятор с AliExpress. Пользуюсь уже практически больше года. Использую настройки его. Можно на рыбалке использовать. Работает с вентилятор работает с пульта. Включается. Три положения вентилятора. Также подсветка. Тоже три положения. Также с пульта выключается. Работает также и вручную. Включил свет. Выключил вентилятор. Тоже три положения. Вещица классная. Аккумуляторы идут сюда, макитовские подходят. Деко подходит. Ну, многие варианты этих аккумуляторов есть. Поэтому проблем с аккумуляторами сюда. Я покупал тушку без аккумуляторов. У меня аккумуляторы есть. В комплекте много. Вернее, не в комплекте, а у меня были. Вот. Вещица, конечно, кайфовая. Балдежная. Я на стройке работаю. Когда жарко. Включил. Даже можно... Вот так, на крючочек, хлоп, и лежишь, балдеешь, направил на себя, захотел, свет включил, еще классно, потребляет аккумулятор, хватает надолго, здесь один однорядный стоит, обычный дековский, хватает его надолго, в принципе, поставить другой двухрядный, то он порядком будет работать с ним. В общем, не знаю, советую к приобретению, пользуюсь очень много им, особенно летом, вожу даже в машине, бывает, когда жарко, у меня машина без кондиционера. Очень хорошая штука, советую, ребята. Кому-то на стройку, кому-то на рыбалку, в походы брать. Классная штука. Главное, что с пульта работает. Игрушка. Раз. Так что, друзья, приобретайте, рыбаки, строители, на ней из дорогих, копейки там практически на Алиэкспрессе покупал, вот, поэтому вещь классная, всем пока, приобретайте.